Ужасный запах в подъезде на улице Шверника, 47, стоит уже третью неделю. Чтобы проветрить первый этаж, жители даже открыли входную дверь. Прорыв канализационной трубы происходит в этом доме уже не первый раз. Каждый год жильцы звонят с одним и тем же вопросом в управляющую компанию. Дело доходило и до депутата избирательного округа Александра Тихонова. Звоним, нет никакого толку. В общем, какие-то все время отписки, отговорки, что якобы это бросают все люди. Но постоянно же не может быть. В течение лета, наверное, третий раз вот. Когда жарище было. Что вообще не продохнуть? Мы спустились в подвальное помещение, чтобы проверить, что там происходит. Грязная вода была разлита по всему подвалу. Где-то было даже слышно, как вода до сих пор течет из поврежденных труб. Нам удалось поговорить о сложившейся ситуации с главным инженером управляющей компании. По его словам, во втором подъезде дома жители регулярно засоряют канализацию, потому что не соблюдают правила ее эксплуатации. А количество прочисток труб уже превышает регламентные работы. Люди абсолютно не могут пользоваться бытовой канализацией. То есть вылавливаем тряпки, вылавливаем наполнители кошачьих туалетов. Вот. Это все вызывает засоры. У нас три заявки на засоры было. То есть мы в течение двух недель трижды сюда выезжали на засор. Рабочие уже заменили отдельные участки канализации. Представители управляющей компании управления домами в Сарове также обещали в течение дня откачать скопившуюся в подвале воду и произвести санобработку. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.